Приветик, ребята! С вами Алина и канал Чего ТВ. Сегодня мы вам покажем, как удалить или деактивировать аккаунт в Фейсбуке. Для начала откроем браузер и перейдем в социальную сеть. Теперь в правом верхнем углу кликаем на треугольник. Из выпадающего списка выбираем «Настройки». В разделе «Общие» кликаем на «Редактировать» напротив управления аккаунтом. Опускаемся вниз и нажимаем строку «Деактивировать аккаунт». Указываем причину деактивации. Кликаем «Деактивировать». Переходим к удалению. Перейдем в справочную службу Facebook. Далее наводим мышку на раздел «Управление аккаунтом» и выбираем последний пункт «Деактивация или удаление аккаунта». Нажимаем на строку «Как удалить свой аккаунт навсегда». Переходим по ссылке. Мы оставим ее в описании. Нажимаем «Удалить мой аккаунт». Печатаем пароль и символ из картинки. Кликаем «Ок». После этих действий вы не сможете восстановить свой аккаунт. Обязательно ставим лайки и оформляем подписку на канал. Пока-пока!